Это актуальное интервью в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Компанию ТТК «Связь» в Якутске хорошо знают под брендом ТТК. Компания предоставляет частным клиентам услуги широкополосного доступа в интернет, телевизионные сервисы и различные сопутствующие услуги. В Якутске у компании ТТК обширная сеть и высокое качество сервиса. Сегодня гость нашей студии Антон Кириков, директор макрорегиона Дальний Восток компании ТТК «Связь». Антон Вячеславович, здравствуйте. Добрый день, Петр. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. И особо добрый день. Действуйте. Будущие абоненты компании ТТК. Барыгатын кирбутен оонна тербитен веребин. Действительно, наша компания предоставляет очень широкий спектр своих услуг и продуктов на территории республики. Мы очень ценим всех наших абонентов и благодарим жителей республики за то, что выбирают нас. Хочу отметить, что среди всех наших абонентов особо ценная доля абонентов – это абоненты, которые сотрудничают и взаимодействуют с нами на протяжении уже многих лет. И, как всегда бывает, во время долгого знакомства и взаимодействия могут возникать какие-либо вопросы, уточнения, иногда и замечания. И вот на этот случай мы, как компания, абсолютно открытая к обратной связи, предоставляем возможность пообщаться с нами, как с компаниями, сразу по нескольким каналам связи. В первую очередь это можно сделать по телефонам горячей линии, можно сделать с помощью мессенджеров, можно сделать с помощью формы обратной связи через наш сайт и личный кабинет, ну а также, конечно, посетив наши офисы продаж и обслуживания. Кстати, сейчас проходит акция, называется «Оставь интересный отзыв». Суть ее в том, что все абоненты, которые оставили отзыв на площадках Яндекс и Тугис, получат очень интересные, приятные бонусы. Хочу сказать, что все отзывы внимательно изучаются и принимаются в работу. От себя отмечу, что ни одна система технического мониторинга, ни одно маркетинговое исследование не покажет, в каком объеме нам нужно отрегулировать свой технический продукт или отрегулировать тарифную линейку, чем отзывы наших абонентов. Поэтому я благодарю всех наших абонентов за то, что нашли время и оставили нам свой отзыв. Антон Вячеславович, ну я уверен, что открытость компании – это важный аспект существования любого предприятия. Вот давайте поговорим о планах. Для многих осень – это пора, время больших и новых начинаний. Как ваша компания проводит эту осень? Для нас осень – это не просто время года. Это период, когда можно и нужно активно поработать, чтобы получить новые результаты и достижения именно в текущем году. Мы, как компания, ориентированная в первую очередь на интересы наших абонентов, этой осенью запустили сразу два новых тарифных плана. Один тарифный план называется «Очень просто», а второй «Вижу выгоду». Хочу обратить внимание на говорящие названия этих тарифных планов. Они уже отражают содержимое тарифов. Для того, чтобы нашим абонентам было проще воспользоваться и понять преимущества этих тарифных планов, на первый месяц использования по данным тарифам установлена абонентская плата всего 1 рубль. Ну, расскажу подробнее про каждый из тарифных планов. Тарифный план очень просто. Включает в себя высокоскоростной домашний интернет с оптимальной скоростью до 100 мегабит в секунду. А хочу отметить, что данная скорость удовлетворяет абсолютно все потребности работы в интернете. Ну и помимо этого в тарифный план включено 70 каналов интерактивного телевидения с возможностью просмотра на нескольких устройствах и управления просмотром. Соответственно, помимо этого еще можно подключить дополнительные наши сервисы и услуги от нашей компании. Это такие сервисы, как IT-хелпер, сервис антивирус Касперский, сервис, который крайне востребован у всех мам и пап, называется «Где мои дети?», ну и сервис для всех любителей компьютерных игр, который называется «ТТК Плей». Вообще, со спектром наших продуктов можно ознакомиться на нашем сайте, и уверен, каждый найдет для себя ту или иную дополнительную услугу и сможет ей воспользоваться. Тарифный план «Вижу выгоду» включает также в себя широкополосный домашний высокоскоростной интернет, но и помимо этого уже 150 каналов интерактивного телевидения. Но это еще не все. В тарифный план «Вижу выгоду» включена подписка на онлайн-кинотеатр «Вижу» с огромной библиотекой фильмов и сериалов на любой вкус и предпочтение. Поэтому прошу обратить внимание жителей республики на данные тарифные планы и кто еще не является наших абонентов, успеть подключиться на эти тарифы. Антон Вячеславович, ну осень традиционно это сезон телевидения, у телевидения начинается, так скажем, осенний сезон. Какие еще возможности телепросмотра вы приготовили для жителей Якутска? Вы знаете, как только в нашей продуктовой линейке появилась услуга интерактивное телевидение, мы постоянно работаем над тем, чтобы еще больше повысить качество этого продукта и еще больше насытить предлагаемый контент.
Уже сейчас те, кто подключил к себе интерактивное телевидение, могут в уютной домашней обстановке насладиться просмотром телевизионного контента абсолютно на любой вкус и любое предпочтение. Охота, рыбалка, спорт, новости, кулинария, мода, мультфильмы, фильмы и сериалы – всего не перечислить. И все это станет доступно, подключив интерактивное телевидение. Но и это еще не все. Для всех, кто подключил данную услугу, будет доступно подключение к 4 онлайн-кинотеатрам. Это кинотеатры «Ивилайт», кинотеатр «Премьер», кинотеатр «Старт» и кинотеатр «Вижу». В каждом из этих кинотеатров представлена огромнейшая библиотека как отечественных, так и зарубежных фильмов, сериалов, художественных, документальных. То есть, по сути, интерактивное телевидение, можно сказать, это интерактивный мир, в который только осталось погрузиться. Ну и хочу отметить, что помимо интересного контента с этой услугой, еще очень важно, каждый подключившийся получит возможность управлять просмотром. Потому что с интерактивным телевидением возможны такие опции, как архив, пауза, перемотка. Ну и очень удобная опция, называется мультискрин. Она дает возможность просматривать интерактивное телевидение сразу на нескольких устройствах. И, например, если вы смотрели фильм на одном устройстве, нажали паузу, то продолжить просмотр вы можете на другом устройстве, причем именно с этого мира. Именно с этого места, обращаю внимание, что слово «мир» постоянно у меня, потому что интерактивное телевидение – это интерактивный мир. Мы сегодня с вами очень много говорим об интернете, о домашнем телевидении. Это, безусловно, неотъемлемая часть, составляющая жизни любого современного человека. Мы регулярно слышим о том, что происходят какие-то сбои, технологические нарушения, где-то нет связи. Вот как компания ТТК реагирует на подобные, так скажем, технологические нарушения, как устраняют? Для нас это является одной из приоритетных задач, потому что мы прекрасно понимаем, насколько важно обеспечить качественно и стабильно предоставление наших услуг. Любой тарифный план, любой контент теряет смысл с любым насыщением, если он предоставляется нестабильно. Поэтому наша техническая дирекция работает в режиме 7 на 24, 365 дней в году. С моментальной реакцией на любое выявление системы мониторинга той или иной неполадки, и не просто выезжает для устранения, а выезжает в кратчайшие сроки, и вообще задействуется весь ресурс для того, чтобы неполадка была устранена. Но помимо этого, наша задача сделать так, чтобы неполадок вообще не происходило. И поэтому совсем недавно мы в Якутске установили новое оборудование, брас-маршрутизатор, который повышает качество услуги, повышает надежность, отказоустойчивость, ну и по своей сути производит резервирование предоставляемой технической составляющей. То есть наши абоненты в Якутске даже в случае возникновения какой-либо технической неполадки не почувствуют ее и будут получать услугу в полном и количестве, и качестве. Ну а помимо технологического обновления, какие еще изменения ждут ТТК? Я думаю, здесь стоит отметить изменения в личном кабинете. Конечно, очень долгожданное для нас изменение. Обновленный личный кабинет уже доступен к использованию. Он сделан в очень современном, а самое главное, адаптивном дизайне и адаптивном интерфейсе. С помощью личного кабинета наши абоненты могут осуществить полноценное взаимодействие с нашей компанией, управлять своими услугами, подключать новые услуги, отслеживать свой баланс. Ну и еще из удобств, для входа в личный кабинет теперь не надо помнить много цифр своего лицевого счета, а можно войти в личный кабинет, используя свой мобильный телефон. И очень скоро выйдет мобильная версия личного кабинета, которая сделает взаимодействие с нашей компанией еще удобнее и полностью исключит необходимость там ехать посещать офис. Цифровое время, цифровая компания, цифровые услуги. Сложно обойти тему скидок, которые существуют в компании для абонентов. Вот сегодня какие есть бонусные программы и специальные акции для постоянных и новых пользователей? Для нас клиент всегда находится в центре внимания, и в этом наше преимущество. Мы очень ценим наших абонентов. И поэтому на постоянной, регулярной основе запускаем те или иные скидочные и бонусные программы. В первую очередь хочу отметить такую программу, как ТТК-бонус. Чтобы подключиться к ней, надо войти в свой личный кабинет и активировать эту функцию, нажав кнопку ТТК-бонус. И уже за это абонент получит приветственные бонусы. Далее, за каждое пополнение баланса, за удержание положительного баланса, баллы в честь каких-либо праздников и мероприятий будут начисляться нашим абонентам. И один балл равен условно 1 рублю, и этими баллами можно оплачивать услуги нашей компании. Помимо этого, для жителей Якутска сейчас действует акция. При оплате любого тарифного плана на год абонент получает скидку. Поэтому призываю жителей Якутска воспользоваться данной акцией и сэкономить себе бюджет, и гарантировать себе стабильное предоставление
тех тарифов, тех услуг, которые они получают. Ну и в заключение, мы с вами сегодня очень много говорим про связь, про интернет, про домашнее телевидение. Я знаю, что у вас что-то связывает с Якутском, вот помимо работы. Что это за связь? Расскажите, пожалуйста. Действительно, мой папа родился и вырос в поселке городского типа Пилидуй Ленского района. Он уже уехал взрослым человеком для того, чтобы стать участником строительства Байкало-Амурской магистрали, но всегда с большой теплотой отзывался об Якутске. И поэтому Якутия и Якутск для нас является в каком-то роде родным регионом. Я всегда с удовольствием приезжаю, без удовольствия уезжаю. И хочу сказать, что меня поражают удивительные люди Якутии. Отзывчивые, добрые, при этом помнящие свои традиции и стремящиеся ко всему новому, в том числе и с высокоскоростным домашним интернетом. Антон Вячеславович, благодарю вас за интересную беседу. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо, что пригласили. Я хочу пожелать всем жителям Республики Саха-Якутия замечательной и удивительной земли, крепкого здоровья, удачи и счастья. Но хочу отметить, что в современном мире для того, чтобы все эти пожелания сбылись, нужно иметь абсолютно стабильный доступ к общемировой информации, то есть иметь высокоскоростной домашний интернет. А еще очень важно получать как можно больше положительных эмоций от просмотра интересных фильмов и передач, то есть иметь интерактивное телевидение. И, конечно, все эти продукты должны быть от компании ТТК. Ну и позвольте попрощаться на якутском языке. Барыгатын джелоок челюонна, байлета лору, барарабын. Спасибо. Спасибо, Антон Вячеславович. Ну а я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.